Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я надеюсь, да. Так, а у вас шурупы в кармане? Сейчас будут установлены первые две таблички. Вот. Просто чуть-чуть не так работает, не привычно. Не будете сильно, то есть ничего не будет. Да-да-да, благодарю вас, да, не будет. А где коробочка? Мама, да. Миша, слушай, там есть? Конечно. Ой, извините. Сегодня очень важный день для нашего музея, для жителей этого дома и для этого дома самого. Вот именно так. Потому что у этого дома не только своя история и своя память, но у него своя душа и своя боль. Дом этот действительно помнит смену эпох. Он помнит, каким он был раньше. У него было разное количество этажей, он был покрашен в разный цвет, в нем жили разные люди. Ну, вот такая ирония судьбы. Когда-то, когда здесь поселились молодые и не очень талантливые, может быть, и не очень, но полные больших надежд люди, у одного из жильцов появилась такая идея подумать, как будет выглядеть дом через 50 лет. И кто-то нарисовал такую картинку – дом, увешанный мемориальными досками. Они точно верили, что на этом доме может не хватить даже места для тех мемориальных табличек, которые бы вот напоминали о тех, кто здесь живет. А получилось несколько иначе. Хотя мемориальные доски есть, вы знаете, на нескольких фасадах. Но вышло так, что имена многих были насильственно изъяты и из памяти, и из истории, и из библиотек, из учебников. Но сегодня в каком-то смысле справедливость, ну, в какой-то части ее, может быть, и торжествует. Вы знаете, мне повезло, я знакома была со многими из тех, кто жил здесь, кто помнил те годы. И я никогда не могу забыть воспоминания и рассказы Зои Борисовны Томашевской, которая рассказывала, как в 30-е годы в любую погоду, поздно вечером, форточки в этих окнах были открыты. Потому что в ожидании гостей дорогих, и когда въезжала машина, жильцы дома ждали, они хотели услышать, в какой из подъездов пойдут. И когда становилось понятно, что идут не к ним, форточки с хлопаньем закрывались. Вот предлагаю всем представить этот звук закрывающихся форточек, но в один из подъездов все-таки заходили. Действительно, этот дом достоин того, чтобы здесь был большой музей. Музей, который бы рассказал обо всей его истории. Она очень давняя, длинная. У него есть история и дописательская, есть музыкальная история. Но вот о писательской его истории действительно нужно рассказывать. И я бы хотела просто, чтобы об этом знало как можно больше людей. Наш музей ведет вместе с жильцами дома очень большую работу, связанную с тем, чтобы добиться, чтобы вот здесь, вот в том нижнем помещении, на первом этаже полуподвальном, был бы музей, посвященный именно этому дому.
И шанс такой у нас сейчас есть. Поэтому если у кого-то будет возможность нас поддержать в этом начинании, для нас это было бы очень важно. Когда-то здесь был красный уголок, потом бомбоубежище. В нем многие дни провела Анна Андреевна Ахматова, которой уже не хватало сил подниматься к Томашевским на пятый этаж. Поэтому вот борьба за этот подвал продолжается. А сегодня я думаю, что дом нам благодарен, и вам всем он благодарен. Так что вот спасибо всем. Вот. Я думаю, что есть еще люди, которые да. Арсений Борисович, сказать. Где-то здесь должен быть. Арсений Борисович, можно вас спросить, сказать? Арсений Борисович Рогинский, глава Международного мемориала. Вы знаете, эти таблички... Чуть громче. А, хорошо. Когда мы развешиваем эти таблички, то я все время хочу, чтобы они висели где-то там на фасадах домов, чтобы как можно больше людей проходили, видели их и так далее, и так далее. А вот здесь впервые у меня этого желания даже не возникло, потому что большинству людей, которым развешаны таблички, им посвящены не только статьи, но и отдельные книги. И обо всех о них как бы люди знают. И поэтому так необыкновенно справедливо, что таблички оказались около тех подъездов, куда они входили. Это, ну, откуда они вышли? Откуда действительно они вышли в последний раз? Мне кажется, что, ну, это как-то нас сближает с ними, сближает с этими людьми. И, в общем, это глубоко справедливо. Это удивительный дом, в который мы ходили в гости к каким-то знакомым, или, проходя, всегда говорили, вот здесь жил такой-то и такой-то. И вот теперь он отмечен этими табличками. Мне кажется, все это необыкновенно просто важно, а значение этого узнается потом. Спасибо. Ну вот, скоро год, как существует движение «Последний адрес». Первые таблички были установлены в Москве 10 декабря прошлого года. Ну, перед этим, правда, еще был целый год всякой подготовительной работы. Но вот, собственно, движется этот самый «Последний адрес» по России вот почти год. Вот это таблички приблизительно с номера 130-го по, соответственно, 137-й. То есть за этот год можно посчитать примерно одну табличку каждые 3 дня. Мы устанавливаем в среднем. Получилось так. Хотя вроде цифра небольшая, да, там 130 или около того. Теперь они есть в Москве, в Петербурге, в Перми, в Твери, в Малоярославце, это Калужская область, в городе Буй, Костромская область, в 2 селах, одно в Коми-Пермяцком округе, а другое в Нижегородской области. И я думаю, что следующий будет Томск, следующий будет Барнаул, ну и так далее. В какой-то момент будет Одесса и Харьков, с которыми мы работаем довольно подробно. В какой-то момент будет Прага, в какой-то момент будет Витебск, в какой-то момент будет Рига, Таллин, Вильнюс, в какой-то момент будет Ереван, Екатеринбург, Благовещенск. Огромное количество городов. Собрано вот сейчас уже около 1000 заявок. Потому что за каждой такой табличкой есть живой человек. И вот за каждой из этих 7 табличек тоже есть кто-то, кто нам написал. Я хочу вот с этим именем, вот по этому адресу. И дальше начинается работа. И это самое главное. Я каждый раз, когда что-то говорю вот в таких же обстоятельствах, стараюсь обязательно напомнить об одной вещи. В этой истории важно не развешивать железки по стенам. Вопрос не в этом. А вопрос в том, чтобы собирать вокруг этого людей,
чтобы люди про это говорили, чтобы они про это помнили, чтобы они об этом знали, чтобы они рассказывали тем, кто еще не знает, тем, кто уже не помнит, тем, кто не хочет знать, тем, кто знать не желает, тем, кто знает, но одобряет всей душой. Такие тоже есть. Знаете, вот мы время от времени вспоминаем старый анекдот про то, как доктор спрашивает у пациента: «Вы страдаете алкоголизмом?» Кто-то говорит: «Нет, я им наслаждаюсь». Вот таких людей мы тоже встречаем. Вот Николай Иванов, который руководит последним адресом здесь, в Петербурге, полчаса тому назад рассказал мне, как он разговаривал с одним председателем одного домового комитета. Ему не пришлось объяснять этому человеку, что политические репрессии были, и что вот они были вот такими, что они были вот настолько масштабны, что они затронули таких людей и так далее. Этот человек все это прекрасно знал, и он этому был очень рад, о чем он, собственно, не преминул сообщить, что он это всячески поддерживает и с большим удовольствием при случае продолжит в том же духе. Вот за этим нужен этот проект, а не за тем, чтобы покрыть наши стены, как некоторые чиновники нам говорили: «Вы зачем хотите превратить наши города в кладбище?» Мы не хотим превратить города в кладбище. Мы хотим превратить города в сообщество людей, которые знают о том, что такое наша история. Вот чего мы хотим. И чего, я так подозреваю, и вы хотите. Петербург не страдает от недостатка мемориальных досок. Слава Богу, их здесь достаточно. И эти, может быть, самые незаметные. Может быть, самые маленькие. Может быть, самые скромные. Но они очень узнаваемы. Вот эта маленькая квадратная дырка, которая там есть, часто спрашивают: а где же фотография? Это же место для фотографий. Нет фотографий. Фотографий никогда нет. Эта дырка всегда остается пустой. Эта дырка остается незаполненной. Это то место, где был человек и нет человека. Осталась дырка. И поэтому они узнаваемы. Среди всех табличек, которые висят на наших домах, вон висит какая-то железка, вот написано С-125-255. Тоже кто-то повесил. Но в ней нет вот этой дырки. А в той есть, и поэтому мы узнаем тут. И однажды вы приедете в Благовещенск и обнаружите там то же самое. Потом вы приедете в Минск и обнаружите там то же самое. И куда только вы не приедете, и обнаружите там то же самое. Вот за этим нужен последний адрес. Мы продолжаем. А продолжаем мы с вашей помощью. Мы ждем ваших заявок, мы ждем ваших адресов, мы ждем ваших имен. Потому что до тех пор, пока кто-то из вас не скажет: я хочу вот с этим именем по этому адресу, до этого момента ничего не начнется. Спасибо всем, кто нам помогает. Спасибо вам. Еще раз. Да. Привет. Да. Знаете, 4 года назад... Представьтесь, пожалуйста. Наталья Соколовская. 4 года назад мы здесь снимали фильм «Спасибо музею» Борис Корнилов «Всю жизнь, ничего о смерти». И здесь была дочь Бориса Корнилова, которая дважды была в этом доме. Первый раз, когда ее сюда в 32-м году принесли, ее отец уже сидел. И второй раз, вот когда мы снимали этот фильм. Она живет в Париже, и она попросила, чтобы я прочитала письмо, которое она прислала, вот специально... по этому поводу. Дорогие друзья, сегодня я должна была бы быть здесь рядом с вами, чтобы сказать «нет террору», сказать «да» нашей памяти. Этот адрес, канал Грибоедова 9, та точка, с которой началась моя жизнь. Здесь же завершилась земная жизнь моего отца, Бориса Петровича Корнилова. Месяцы его заключения были уже вне жизни. Его увели из этого дома 78 лет тому назад, увели в смерть. И, вероятнее всего, тогда же подспудно начался исход, приведший меня, в конце концов, в чужую страну, в гостеприимную Францию, которая сегодня тоже стала жертвой террора. Должны ли мы смириться с тем, что всегда убийцы, что всегда были убийцы и всегда будут их жертвы? Согласиться с тем, что ничего не меняется в человеческой природе? Однако все в нас протестует против такого смирения, протестует наша кровь, наша вера, наша культура, наш язык. За что убивают поэта? За то, что он знает о жизни нечто такое, что неведомо его убийцам. Они не могут простить ему этого знания, но оно живо. Поэт завещал нам
его, откроем книгу. Его голос жив, не ограничимся минутой молчания. Ирина Басова-Корнилова, Париж, 18 ноября 2015 года. Здесь же находится вдова Александра Николаевича Олейникова, Светлана Михайловна Олейникова. Вот в этом фильме двое детей, Александр Олейников и Ирина Басова-Корнилова, ходят по Левашовской пустоши, и они оба как бы ищут вот эту вот условную могилу Корнилова. И да, сегодня очень важный день, и спасибо, что вы все здесь сегодня. Я хочу сказать тоже два слова, извините, все замерзли. Я хочу сказать о Павле Николаевиче Медведеве, моем свекре. К сожалению, его сына не стало 2 года назад. Павел Николаевич Медведев был участником 3 замечательных событий культуры начала 20 века. Витебского ренессанса 20-х годов, передвижного театра Гайдебурова и Искарской и научно-философского круга Бахтина. Михаил Михайлович вспоминал о нем как о своем ближайшем друге теоретике литературы. Он был любимым профессором университета и Герценовского. Его труды по-прежнему актуальны и переводятся и издаются за рубежом. А вот эта табличка, на ней написано, выбито Павел Николаевич и Юрий Павлович Медведевы. И когда НКВДшники пришли забирать Павла Николаевича, они были очень злы, они не могли найти Юрия Павловича. Они не могли поверить, что это младенец в кроватке, это долгожданный сын, и его имя уже было на двери. И из этого же дома увели Николая Заболоцкого. И они встретились в камере с Павлом Николаевичем. И Заболоцкий вспоминал о том, как Павел Николаевич читал стихи и даже плясал, чтобы поднять дух своих сокамерников. А когда вдове правдами и неправдами удалось вернуться перед блокадой, как нарочно, то она обратилась к друзьям и в НКВД в защиту Медведева, написали письма Михаил Михайлович Зощенко и Шишков, профессора Десницкий, Цихновицер и Пиксанов. А сын в 19 лет занялся реабилитацией отца. Это было сложно, потому что корни доноса уходили в витебские годы. А в начале 90-х сын стал членом Первого общественного совета Ленинградского мемориала. А сейчас последний номер издания «Бахтиниана» посвящено уже сыну. Посвящено тому вкладу, который сын внес в воссоздание доброго имени отца и вообще в бахтинские студии. Большое вам спасибо, и идите согревайтесь, пожалуйста. И я очень желаю мемориалу, чтобы следующие таблички были все-таки на фасадах. Спасибо.